Юный рэпер Радмир Шишков был участником «Фабрики звезд 4», солистом группы «Банда» и лучшим другом Тимати. Самыми известными песнями в его исполнении считаются «Плачут небеса» и «Не любишь». Радмира Шишкова не стало 22 марта 2007 года. Причиной смерти стало ДТП. Рэперу было всего 18 лет. Радмир Шишков покоится на Калитниковском кладбище. 9 февраля 2002 года скончался Олег Жуков, российский певец, рэпер, известен как участник группы «Дискотека Авария». В группе он начал выступать с 1992 года. На раннем этапе существования группы Олег Жуков был ее фронтменом. Голос Олега Жукова можно услышать в песнях «Песня про яйца», «Пей пиво», «Новогодняя», «Диско суперстар» и во многих других. Певцу было всего 28 лет. Причиной его смерти стал рак. Олег Жуков покоится в Ивановской области. Российский автор-исполнитель песен в жанрах русский шансон, блатная песня и городской романс Сергей Наговицын завершил свой земной путь 20 декабря 1999 года. Специального музыкального образования у Сергея Наговицына не было. На гитаре он начал играть в армии, а стихи писал со школьных лет. При жизни автора было выпущено 6 официальных альбомов: «Полная луна», «Городские встречи», «Дори-дори», «Этап», «Приговор» и «Разбитая судьба». Причиной смерти Сергея Наговицына стала внезапная остановка сердца. Музыканту был 31 год. Он покоится на Закамском кладбище города Перми. Автор-исполнитель русского шансона и блатной песни Юрий Барабаш, известный как Петлюра, ушел из жизни 27 сентября 1996 года. Юрий Барабаш не имел специального музыкального образования и играть на гитаре учился самостоятельно. Одну из первых записей, сделанных в домашних условиях, услышал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин и пригласил его в свою студию для одаренных детей. В 1992 году музыкант несколько месяцев был солистом группы «Ласковый май» под псевдонимом Юра Орлов, но вскоре отказался от дальнейшей работы с Разиным. Уйдя от Андрея Разина, Юрий начинает сольную карьеру как автор-исполнитель русского шансона под псевдонимом Петлюра. Первые альбомы «Споем Жиган» и «Налетчик Беня» записывались в домашней студии. Причиной смерти Петлюры стало ДТП. Музыканту было 22 года. Он покоится на Хованском кладбище. Александр Константинович Юшко – украинский и российский хип-хоп-исполнитель, участник рэп-баттлов, более известный под сценическим псевдонимом Энди Картрайт, ушел из жизни в 29 лет, 24 июля 2020 года. В 2010 году в составе группы 7085 выпустил альбом «No Comments». В 2012 году записал свой дебютный сольный альбом «Магия мутных вод». Обстоятельства смерти Александра Юшко так и остались до конца невыясненными.